Добрый день, девочки! Сегодня свяжем вот такие пинеточки. Хитрина мудрила тут, пока их вязала. Ну, что-то получилось, не знаю, нравится вам, не нравится. Ну, какое-то разнообразие должно быть, конечно. Одинаковые пинеточки мы вязать не будем с вами. Здесь я украсила, вот у меня такая ленточка есть. Может быть, вы где-то встречали такую. Долго на мне лежит, я не знала все, куда ее можно применить. Или сюда, думала ее как-то. Ну, видно будет, может быть, даже сюда еще сделаю. Ну, здесь розовенький бантик сделала с отворотиком. Ну, такая у нас будет подушевка. Немножко отличается от наших подушевок. Ну, эти две петли у нас пошли наверх с отворотиком. Ну, такие вроде как и простенькие, но такие необычные пинеточки. Пряжу я взяла вот такую, вот она. Такая бледно-фиолетовая, не очень она удачная. Вроде как светло-фиолетовая была, потом перешла в какую-то грязно-фиолетовую, непонятная. Такая она как полосками идет. Но я надеюсь, у вас будет пряжа получше. Но куда-то все равно нужно ее деть. У меня Паула пряжа называется. 50 грамм 135 метров в этой пряже. Рекомендовано вязать спицами 3-4. Я взяла спицы троечку. И начнем сейчас с вами вязать. Итак, набираем на спицы 32 петли. Вяжем один ряд лицевыми петлями. Я даю много всяких разнообразных моделек. И каждый, я думаю, выберет для себя то, что ему нужно. Выбор большой. Так что, кому что непонятно, можете взять другую модельку вязать. Так, провязали мы один ряд лицевыми петлями. Теперь первую петлю снимаем, как обычно. Вторую провязываем лицевой. Делаем накид и вяжем 13 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Накид, 2 лицевые. Накид, 13 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид, 1 лицевая и кромочная. Далее вяжем все петли лицевыми. Не забываем про накиды. Мы уже знаем, что надо вязать за заднюю стеночку, чтобы не было у нас дырочек. Если хотите, можете просто поднимать из промежутков дополнительную петлю. Не обязательно делать накиды. Итак, вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Итак, вяжем дальше.
Первую петлю снимаем, провязываем одну лицевую, накид. Далее мы вяжем 15 лицевых. Накид. Две петли, которые мы вязали в серединке лицевыми, мы их по изнаночной стороне провязываем изнаночными. Накид. Далее 15 лицевых. Накид. Одна лицевая. И кромочную провязываем изнаночной петлей. Следующий ряд. Первую петлю снимаем. Провязываем все петли лицевыми. Две лицевые, которые мы провязывали, мы их так и провязываем лицевыми. По изнаночной стороне провязываем 1 лицевая, кромочная 1 лицевая, накид 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. Накид по изнаночной стороне. 2 средние мы вяжем изнаночной. Опять накид. 17 лицевых. Накид, 1 лицевая и заканчиваем ряд. Следующий ряд, все петли лицевые. У нас вот 2 средние идут по лицевой стороне лицевыми. Вот они идут. У нас вот полосочка лицевыми, и они переходят вот сюда, вот на переднюю часть. Накид провязываем за заднюю стеночку, затем 2 лицевые у нас идут, опять накид за заднюю стеночку и до конца вяжем лицевыми петлями. Ряд закончили. Вяжем следующий ряд. Одна лицевая, накид, 19 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Накид, 2 изнаночные, накид, 19 лицевых, затем накид, 1 лицевая и кромочная. И обратный ряд все лицевые. Ну, теперь сделаем последний раз прибавочку. Первую сняли, вторую провязали лицевой, затем накид, 21 лицевая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, накид, 2 изнаночные, накид, 21 лицевая, 1 лицевая, и следующий ряд вяжем все петли лицевые. Провяжем сейчас все петли лицевые, и мы еще потом провяжем по рисунку, по лицевой стороне 2 вяжем лицевые средние, а по изнаночным их провязываем 2 изнаночными. У нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изнаночных рядов. Ряды будем считать. Сейчас я вам скажу, с какой стороны. Провязываем пока все петли лицевые. Вот у нас тут средние 2 петелечки. И теперь мы будем вязать лицевыми до тех пор, пока у нас будет 10 изнаночных рядов, считая с той стороны, где хвостик будет слева, чтобы у нас было 10 изнаночных рядов. Ну и так, вяжем дальше. У меня так получилось, что у меня хвостик с правой стороны оказался, а не с левой. Но ничего. Ну, в принципе, для чего я всегда говорю, хвостик слева или справа. В принципе, разницы нет. Единственное, вот что я хочу вам показать при сшивании. Когда вы сшиваете хвостик с правой стороны, то получается шов вот такой. Вот видите, вот у нас идут 2 изнаночные дорожки, и между ними вот большое расстояние получается. А когда хвостик вот на этой стороне, с левой стороны, то у нас получается шов немножко другой. Видите, здесь почти нет этого вот расстояния, как вот в этих пинеточках. Вот в этом только и разница. Если вам нет разницы, как сшивать, какая будет подошва, то вы тогда не обращайте внимания, с какой стороны этот хвостик находится. Ну вот мы на лицевой стороне, вот у нас идет лицевая дорожка по лицевой стороне, и теперь будем вывязывать мысик. На спице у нас 52 петли. Мы провязываем сейчас 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Теперь у нас мысик 3 лицевые, затем 3 изнаночные получается, потом 2 петли центральные и еще 3 изнаночных. Это у нас будет мысик из 8 петель. Мы вяжем по лицевой стороне все петли лицевые, все 8. Теперь следующие 2 мы провязываем одной изнаночной. Разворачиваем работу и провязываем 8 петель. Из них 3 петли вяжем лицевыми по изнаночной стороне, затем 2 петли изнаночные центральные и 3 опять вяжем лицевыми. И по изнаночной стороне 2 петли вяжем, 2 вместе лицевыми, 1 лицевой. Разворачиваем работу, вяжем все 8 петель по лицевой стороне лицевыми. То есть продолжаем вязать центральные 2 по рисунку. Если у нас были они лицевые на лицевой стороне, то мы так лицевыми их и вяжем. Вообще, это можете не вязать так, можете вязать так, как вы считаете нужным. Я просто показываю, как я связала этот и как он у меня получился. Если кому понравилась эта такая моделька, то можете связать так. В принципе, здесь ничего особого нет в этой модельке. Она такая, как и все остальные мои. Но, может быть, что-то где-то какая-то вот разница в этой вот полосочке. Немножко по-другому я связала здесь подошву. Здесь отворотик тоже чуть по-другому связан. Может быть, в этом видео я чуть по-другому объясню. Поэтому каждое видео по-своему отличается друг от друга. Ну и так вяжем до конца, пока на спице у нас будет 32 петли. По изнаночной стороне 2 вместе. И так вот вяжем дальше. Итак, у нас на спице 32 петли. Вот что у нас получается. Вот так оно складывается вдвое легко. И вот такой у нас получается перед. Ну и теперь будем вязать дальше. Так, мысик мы провязали. Теперь мы вяжем 4 ряда лицевыми петлями, для того, чтобы нам потом сделать дырочки для ленточки, для шнурочка. Последний раз я убавила с правой стороны. Теперь мы до конца провязываем лицевыми и еще провяжем потом, чтобы у нас было 2 дорожки изнаночных, и затем мы сделаем дырочки для шнурочка, как я сказала уже. Вяжем еще туда и обратно. 3 ряда еще вяжем лицевыми. Сюда, туда и обратно. Среднюю часть мы уже не выделяем лицевыми петлями по лицу. Вяжем уже мы просто все лицевыми петлями. И теперь мы будем делать дырочки. Кромочную снимаем. 2 лицевые. Накид. И 2 вместе лицевой. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой. Так вяжем до конца. И изнаночный ряд вяжем все лицевые петли. И теперь мы вяжем лицевыми петлями и считаем наши ряды. Будем считать по изнаночной стороне, чтобы у нас было после дырочек 10 изнаночных дорожек, то есть 20 рядов вяжем. Итак, провязали мы 10 рядов по изнаночной стороне, посчитайте, чтобы было.
И теперь мы вяжем 6 рядов по изнаночной стороне лицевыми петлями, а по лицевой стороне изнаночными петлями. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Итак, провязано 6 рядов. И теперь нам нужно провязать еще 10 рядов лицевыми. По лицевой и изнаночной стороне лицевыми. 10, 12 рядов. Хотите 8, это не имеет значения сколько. Ну, я здесь провязала 10 рядов, сейчас покажу вам. Здесь у меня провязано вот 5 дорожек, и потом по изнаночной стороне я закрыла все петли. Вяжем лицевыми петлями 10-12 рядов, на ваше усмотрение. Итак, я провязала 10 рядов и закрыла петли. Вот сюда вот на эту полосочку вы можете наклеить или цветочки, или какую-то вышивку, или розочки, или ленточку. Как сработает ваша фантазия. Теперь по лицевой стороне мы сошьем вот сюда до дырочек. Затем вывернем на изнанку, а по изнаночной потом сошьем остальную часть. Вот такой у нас получился пинеточек. Сейчас мы его сошьем, и вот получится вот такая вот красота.